Одна из четырехмесячных сиамских близняшек из Новосибирска, Алина, умерла в реанимации. Операция по разделению сестер проходила в Москве в конце июня. Мы очень много про это рассказывали тогда. Все прошло вроде бы хорошо. Девочек перевели в реанимацию. Алиса после операции в скором времени оставалась в палате интенсивной терапии. А вот Алина долгое время была в реанимации. И в последние дни у нее обострилась легочная и сердечная недостаточность. Несколько дней назад у малышки открылось кровотечение, ее погрузили в медикаментозный сон, спасти Алину не удалось. Мама Алины и Алисы все это время оставалась в столице вместе с девочками. Сейчас она выходит с нами на связь. Вероника, здравствуйте, я вас вижу. В первую очередь, конечно же, примите мои соболезнования. У вас действительно сегодня горе. Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Я вижу, что у вас на ручках сейчас Алиса. Скажите, а как чувствовала себя Алина последние дни? Что говорят врачи, почему это случилось? Сердце просто не выдержало. Плохо она себя чувствовала. И сердце не остановилось сегодня. Скажите, вот после операции, была она аж в июне, столько времени все-таки продержалась девочка. Как вы наблюдали, ее самочувствие ухудшалось все время, либо это случилось вот так скоропостижно? Вроде было все хорошо. Вроде на поправку выходило уже все. И тут она заболела желтухой. После желтухи пошло ухудшение. Я знаю, что недавно вы даже покрестили детей. Расскажите, когда это было? Почему вы приняли такое решение сейчас это сделать? Покрестила я только Алинку. Ну, потому что уже надеялась на то, что хотя бы так ее спасти. Ну а что говорят врачи про Алисочку, которая у вас сейчас на руках? Есть какие-то прогнозы? Что вообще рассказывают? Ну, у нее состояние намного лучше. Осталось только на животе зашить свищ. И все. А так посмотрят, понаблюдают и домой потом. А домой вы уже отправитесь в Новосибирск? Вы же все время здесь были одна, я так понимаю, да? Да, в Новосибирск. Домой. Скажите, а муж ваш прилетит сюда, в Москву? Вы как-то эти месяцы с ним поддерживаете связь? Ну, приезжал, когда разделяли на операцию. Пока в реанимации были, он был со мной здесь. Потом недавно вот уехал домой. Сейчас не знаю, приедет, не приедет. Вероника, примите еще раз наши соболезнования. Я желаю вам мужества и сил, а вашей маленькой дочке желаю здоровья, чтобы в будущем все было хорошо, всего вам хорошего. Это была Вероника Игнатьева, мама разделенных сиамских близняшек Алины и Алисы. Вот сегодня стало известно, что Алины больше нет в живых, девочке было всего 4 месяца.